Здравствуйте, сегодня мы с вами делаем небольшую копию с рисунка. Копия очень прекрасна и хороша в плане изучения. Мы всегда таким образом более внимательно изучаем то, как другой художник изобразил человека. И это нам помогает. Даже не думаем, нам легче срисовать другого рисунка. И в дальнейших наших работах это отразится, они станут лучше. Но, когда мы изучаем, когда мы думаем, а не просто копируем, это нам вдвойне, втройне больше помогает, чем просто бездумие. Это освоение анатомии. Понятие фактуры, понятие всего, что важно, что не важно в рисунке. И тут как раз-таки ты один на один с тоном, с фактурой, с анатомией. То есть все, что связано с рисунком, нет никакого цвета. Он вам не мешает. Он не говорит: давайте, ищите цвета, зачем вам эта фактура, зачем вам... Это анатомия. Пускай будет расхлябана, зато будет красиво, ибо вы найдете цвет. Тут такого нет. Мы один на один с рисунком. Мы отбросили все лишнее и полностью погружаемся именно в изучение основы, изучение фундамента, на чем будет стоять картина. Естественно, если мы придерживаемся реализма и академизма, то это наш фундамент, который мы должны изучить, рассмотреть со всех сторон и понять, и научиться применять. Вот что дает рисунок сам по себе и изучение ди. И изучение через копии, также и в живописи. Когда мы делаем копию, много что можем подчеркнуть и понять и в цветовом, и в рисунке. Также и тут. Но сам по себе рисунок – это словно математика. Только в мире искусства. Ибо все основано на рисунке, все начинается с него. Спасибо вам за просмотр. Всего вам доброго.